Здравствуйте. Мы находимся в городе Меминген, Германия, на заводе АЭГ. Представляем вам новинки. Все сделано в Германии на этом заводе. Далее в видео вы увидите подробное описание и расскажем о всех видах инструментов. Компания «Электромотор» орбитальная шлифовальная машина, диаметр диска 125 мм. But as you know, when we develop product at AEG, during the development, we give some prototype to professional user for 2 months, so they work with it and they gave us a feedback. Как вы уже, наверное, слышали, перед тем, как выпустить на рынок очередную новинку, мы обычно даем одному из экспертов, которые работают этим инструментом, собственно, используют в повседневной работе, и узнаем отзывы. And one of the feedback we got is that a cordless sander actually is not used like an AC. An AC sander is used indoor, mm-hmm. so horizontal sanding. Mm-hmm. И один из отзывов был такой. Аккумуляторные шлифовальные машины не используются внутри помещений. Как правило, сетевые используются внутри помещений, а аккумуляторные используются снаружи. When a cordless, they use it mainly outdoor, and in 90% of the case, the surface is vertical. Doors, windows, and all this kind of stuff. Как правило, аккумуляторные используются снаружи, и, как правило, используются для шлифования вертикальных поверхностей, окна, двери снаружи. And the problem when you have a cordless is you have a battery, which is heavy. And when you hold it from the top, your natural position is like this. So it means you're not flat on the surface, on the material. You have to force yourself to make that pressure, and it's really tiring for the wrist. И учитывая то, что большая часть работ по вертикальным поверхностям, нам приходится прилагать определенные усилия, чтобы создается напряжение на кисти. And then you can't apply also a constant pressure. So what you're doing waves. So you're not actually having a smooth finishing. Вам придется не только прилагать усилия для того, чтобы добиться, ну то есть нажимать для того, чтобы шлифовать поверхность, но также удерживать вертикальное положение. So what we have done, we have actually reduced the diameter here, added some overmold, so then the user can actually operate like this. And with the shape of your hand, it's natural to be in this position. И мы изменили геометрию рукоятки, сузили ее для того, чтобы пользователю было удобнее держать ее в таком положении, что более позволяет работать более удобно и меньше утомляться. And then you can have an easy control and apply constant pressure without effort. С таким хватом гораздо удобнее обрабатывать вертикальную поверхность. So it's a detail, but actually makes a big difference for the user. After that, the system, you have a speed dial here where you can adjust the speed. The same speed as for AC. No, 1100 maximum. Здесь 900 оборотов. They move, they go, etc. It's not constant pressure for 35 minutes. So in the end, it's what we could say roughly 1 hour, 1 hour 30 working time. Это мы говорим 35 минут непрерывной работе. В реальности непрерывно никто не работает, постоянно ее снимают напряжение, потом опять прикладывают. И в таких рабочих условиях мы предполагаем, что это где-то одного аккумулятора хватит на час-полтора. Значит, как вы видите, здесь есть
специальная сумка для сбора пыли. Она может, ее можно мыть, в том числе ее можно снять и подсоединить в систему пылеудаления пылесоса. Any questions? Напоминаем, компания «Электромотор» – это официальный дилер АЕГ на территории Украины. Звоните нам 53038. Все производство АЕГ находится в город Мимминген. Это Германия. То есть гарантия при покупке у нас составляет на данный инструмент 3 года. Все в наличии. Цены приятно вас порадуют. Звоните нам 53038.